Всем привет! Вы на канале Mobile TV. Сегодня я покажу, как удалять надписи на значках. Для этого вам нужно скачать приложение Запуск Activity. Вот так оно выглядит. Ссылочку на него я оставлю в описании под видео. Переходите, скачивайте. После того, как скачали, зажимаем пальцем приложение. Нажимаем О приложении. Показываю, кстати, на примере телефона Xiaomi. Смотрим, чтобы здесь был включен автозапуск обязательно. Теперь выходим, заходим в настройки телефона, идем в раздел приложения, включаем разрешение, другие разрешения, запуск Activity и выставляем все вот эти галочки, делаем их зелеными, разрешаем все этому приложению. Теперь полностью выходим, входим в запуск Activity. Ищем приложение, на котором хотите удалить надпись, название. Я выберу TikTok. Смотрим в этих пунктах, чтобы в конце было написано Mine Activity. Зажимаем пальцем. Нажимаем изменить ярлык. Удаляем название этого приложения. Ставим, например, пробел. Такая ситуация, если вы в другом приложении сделаете точно так же, поставите один пробел, надпись у вас на нем не удалится, нельзя повторяться. Если тут я поставил один пробел, на другом приложении мне нужно ставить два или три пробела, например. Вот так. Нажимаем «Создать ярлык». Теперь выходим и видим, что у нас появилось приложение уже без надписи. Осталось с надписью приложения и без надписи. Это точно такое же приложение. Получается, оно клонировалось. Также оно работает. Если вам не нужны приложения с надписями, можете их вообще удалить. Или, например, сделать вот такую папочку. Все их туда спихать, куда-нибудь отодвинуть на экране. Когда не нужны будут приложения без надписей, можете их удалить, снова вернуть с надписями. Вот такая фишка, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Прожимайте лайки, подписывайтесь обязательно на канал, на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем пока!